Поговорим немножечко про дебаты, про президентские дебаты. И, к сожалению, как вы понимаете, тут очень много иностранных слов, два, в общем. И мы будем говорить не про российский дебат в первую очередь, потому что в России дебатов не очень много, к сожалению, тем более президентских. Так уж вышло. Уважаемый мистер спикер, если бы вашу жену изнасиловали и убили, вы бы тоже были против смертной казни? Да, господин ведущий, потому что я выступаю против смертной казни всю свою жизнь. Эта фраза, ответ на вопрос ведущего на дебатах, стоила политической карьеры, или там, будущей политической карьеры, Майклу Дукакису. Это один из кандидатов в президенты Соединенных Штатов, который ответил совершенно искренне, так как он считал, на тот вопрос, который задал ему ведущий. Вопрос во многом был такой, знаете, провокационный, ну, понимаете, да, насилие, убийство. И ведущий ожидал услышать эмоции от Дукакиса. А тот сказал, знаете, он не очень эмоциональный, он такой, как бы, ну, я всегда против смертной казни, поэтому и сейчас. Такой, ну, а что такого-то, да? И граждане не оценили, зрители не оценили этих вещей, Дукакис проиграл. И одна фраза фактически сделала дебаты и лишила человека карьеры. И вот эта одна фраза применительно к телевизионным дебатам показывает высокую долю риска этого политического института или политической технологии, которая развита во многих странах. Об этом мы поговорим, о президентских дебатах. Вы знаете, в нашей стране не очень эта история популярна, и у нас там сколько президентов было? Три, да? Ельцин, Путин, Медведев, снова Путин, в общем. И ни один из них не принимал участие в президентских дебатах. Хотя несколько раз они высказывались о том, что, ну, в принципе, технология правильная, инструмент такой рабочий, должен использоваться, ну, как-то вот потом. Как-то потом, наверное, мы к этому когда-нибудь придем. И в этом есть такая, знаете, ну, справедливое, наверное, зерно. Потому что в Соединенных Штатах, например, первые дебаты прошли телевизионные в 60-м году, 1960-м, и после этого они проводились 16 лет. То есть парни тоже поняли, что, ребят, мы рано взялись за это, и не стоит, наверное, этого делать. Возможно, у нас тоже мы когда-нибудь к этому придем все-таки. И есть, ну, минимум три основания, почему люди не участвуют в предвыборных дебатах. Главы государства. То есть, нет, у нас есть много политических деятелей, которые принимают участие, когда выборы в Государственную Думу проходят, да, когда другие кандидаты в президенты, они между собой спорят. Но действующие президенты отказываются от этого. Ну и минимум три причины есть. Есть политтехнологи, которые, знаете, с уверенностью эти причины обосновывают и говорят, что это нужно. Ну, во-первых, как бы у президента реально много дел. Ну, как у партии, да, у партии реальных дел, президент тоже делает дела, ему некогда. Много дел в стране, в общем-то, надо везде успеть все сделать. Как в других странах это происходит? Как-то происходит, понимаете, президент успевает и там поучаствовать, и дела сделать, и принять участие в политических дебатах. Другой момент, и это, наверное, самый важный, когда консультанты политические объясняют действующему президенту, почему не стоит принимать участие с кандидатом. Потому что когда на одной сцене находится действующий президент и кандидат, образ и масштаб личности кандидата увеличивается до размера текущего президента. Да? Мы автоматически увеличиваем личный бренд и авторитет этого человека, если он находится на одной сцене с действующим президентом. И поэтому не стоит принимать участие. Однако в других странах почему-то это работает. Да? То есть люди пытаются не искать причины для того, чтобы отказываться от этого, а искать возможности для того, чтобы все равно принимать участие в этих самых дебатах. Ну и третья причина. Слушайте, людям неинтересно смотреть. Серьезно, вот вам неинтересно смотреть дебаты. Это такое жуткое зрелище, ничего хорошего, содержательного там нет. Это такой, ну, балаган, не знаю даже, что это. В общем, вам неинтересно. Бред ведь неинтересно. Вы ведь не смотрите дебаты? Конечно, нечего там смотреть. Поэтому в Соединенных Штатах это второе по зрелищности событие. А первое это, знаете, какое? Супербол, да. Матч по американскому футболу. Финал, да, насколько я понимаю. Такое, ну, то есть самое зрелищное событие. Второе – дебаты. И люди принимают участие все равно в них и почему-то делают. В нашей стране за всех отдувается за участие в дебатах, такое за активное участие, отдувается один человек. Парень бьется 20 лет уже. Понимаете, ему все равно с кем. А? 25. То есть дайте ему трибуну, дайте оппонента. Можно без оппонента, он там сам выдумывает. Парень бьется вообще, понимаете, как лев за всю политическую элиту и всех. Пора помогать ему, знаете, надо, ну, хорошо бы делать так, чтобы появился какой-то спрос и интерес к дебатам, потому что вроде как, ну, и технология интересна, и это может быть интересным зрелищем. Ну, если мы не превращаем все в цирк,
да, когда, конечно, мы не хотим смотреть, потому что очень много таких эмоциональных вещей, негативно-эмоциональных, переходов на личности, очень много фарса и очень мало содержания. При всем уважении к Владимиру Вольфовичу, при там, его образованности, интеллектуальности, дебат он действительно сводит к такому, к очень показушной истории. Форма блестящая, конечно, он делает все круто. Но вот содержание, какое можно вынести из его дебатов, конечно, не очень много. Ну, хоть старается, понимаете, он хотя бы попытался, и то неплохо. С чего все началось? В Штатах, например, тоже не то чтобы супердлинная традиция президентских дебатов. И мы как раз поговорим про последние 40 лет, как там дебаты развивались. Всего 40 лет, ну, чуть больше, да, получается сейчас. В 1960 году были первые телевизионные дебаты. Несмотря на то, что, в принципе, президентские дебаты для них такая вообще норма. Там вот еще Линкольн был и Дуглас, такие два парня в свое время. Ну, Линкольн, знаете, наверняка он там 14-й, по-моему, или 16-й президент Штатов. Так вот он с Дугласом, они чуть ли не 12 часов там подряд спорили о каких-то дебатах, там, знаете, о рабстве или прочее. В общем, парни заряжены были и понимали, что с помощью дебатов, с помощью слова, с помощью оппонирования можно прийти к каким-то важным вещам, а самое главное, можно получить политический капитал и использовать это в программной, в политической деятельности. Но телевизионные появились только в 60-х годах, в 60-м году, когда вот эти два господина, Кеннеди и Никсон, столкнулись впервые на дебатах. Дебаты не были популярны тогда, понимаете, никто не понимал, что это вообще. Не то, чтобы они хотели такие прям, знаете, рвались и думали, давай проведем дебаты, мы же там подебатируем, что как. Телевизионные сети, один из каналов предложил провести телевизионные дебаты тогда, и Кеннеди согласился очень активно, его команда поддержала эти вещи, и они стали принимать участие. Никсон сомневался, но Никсон на тот момент был уже президентом, был опытным парнем. Он дебатировал, ну как дебатировал, он, ну, во-первых, президент, да, много чего знает. Во-вторых, в эти же года приезжал Хрущев в Соединенные Штаты, и Никсон много чего Хрущеву объяснял тоже. То есть парень такой, язык подвешен, все умеет, в политической ситуации разбирается. И вроде как тоже согласился участвовать в телевизионных дебатах. Вот примерно как все выглядело. Один человек сидит, задает вопросы, все это дело контролирует на сцене. Несколько журналистов перед ними задают вопросы. В то время еще не было зрителей в зале. То есть была такая, знаете, своего рода пресс-конференция. Два спикера выступают друг перед другом, отвечают на вопросы журналистов. Ну, позднее пришли к тому, что вроде как дебаты не должны быть пресс-конференцией, нужно приглашать людей, зрителей, в первую очередь неопределившихся. То есть сейчас, если вы знаете, там мало сторонников того или иного кандидата, очень много таких, и они тоже есть, да, но очень много неопределившихся, для которых как раз эти дебаты и важны, потому что они могут оказать влияние на принятие решения этих людей. Вот парни стояли, сидели периодически, стояли, выступали и так далее. Все это выглядело так. Никсон проиграл, так он тут выражает, как будто бы говорит, Кеннеди молодец, выиграл. Это были первые дебаты. Всего их было три между Никсоном и Кеннеди. И в первых Кеннеди победил. Во-вторых, Никсон выглядел достойно, но ни в одних из них, в последующих, он не смог переломить эффекта от первого раунда. Но при этом, знаете, странная история. Потому что трансляция велась по телеку, ну тогда еще черно-белому, и по радио. И люди, которые смотрели трансляцию по телеку, были убеждены, что победил Кеннеди. Молодой, красивый. А те, кто слушали трансляцию по радио, 100% были уверены, что победил Никсон. Почему так произошло, узнаем чуть попозже. Для того, чтобы побеждать в дебатах, нужно три вещи. Готовиться, участвовать и снова готовиться. В общем-то, все очень просто. Начнем с подготовки. В Штатах для того, чтобы... То есть, что в нашем представлении такое дебаты, там президентские, парламентские, любые другие? Это вот люди выходят и спорят друг с другом. У них есть тема, есть стороны, в принципе, которые они отстаивают на политических или там плюсах, в которых они находятся. И спорят там всерьез, отстаивают там те или иные точки зрения, пытаясь при этом показать и свое преимущество, и слабость своего оппонента. Но это не все. В американских дебатах президентских есть очень большой элемент и роль такой, знаете, истории преддебатной. То есть прежде чем выйти, если бы здесь был второй оппонент, вот Паша, например, тут мы бы с ним если дебатировали вдруг, они собираются своими командами и оппонентами и очень долго договариваются о том, как будут происходить дебаты. Не в смысле, что давай ты победишь, я нет, я солью матч, там, да, и деньги поделим. Но не до такой степени. А в том смысле, что они обсуждают разные моменты, которые будут важны для дебатов, для того, чтобы они получились крутыми и оба смогли к ним подготовиться.
доходит до мелочей. И это очень серьезные и суровые переговоры на самом деле происходят. Потому что они, то есть каждый элемент здесь важен. И это продемонстрировали самые первые дебаты, великие дебаты между Кеннеди и Никсоном. Они до смешного доходит. Они договариваются о цвете фона, например, на котором будут происходить дебаты. Потому что некоторые кандидаты, у них есть лысина, например, и на определенном фоне она блестит. Поэтому они стараются договориться о том, чтобы фон был там, например, не коричневый, чтобы какие-то вещи сливались. Например, а контрастный синий, чтобы не было там, какого-то там, отблеска и других вещей. Они договариваются о темах, которые они обсуждают. Потому что понятно, что если президент обладает большим охватом той информации, которая есть, ну, в принципе, президент знает все. Ну, да, у него вроде как доступ есть ко всем секретам, все нормально, парень информирован. А кандидат знает не все. Получается, что кандидат в любом случае будет несколько ущемлен в тематике дебатирования. Поэтому они стараются учесть, выстроить темы таким образом, чтобы и кандидат в президенты тоже мог в какой-то области быть экспертом, чтобы у него был шанс где-то победить президента. То есть они договариваются об этом. Не всегда это, знаете, поровну получается. То есть где-то кто-то выигрывает, и кандидат, ну, преимущественно кандидат, потому что президенты власти больше, он оказывается в таком в менее выигрышном положении. Они договариваются о том, кто там как будет выходить. И если один кандидат высокий, а второй пониже, а трибуна у них одна, например, там, ну или две одинаковых, то эти люди будут по-разному смотреться, например, в телеке. Да? Это тоже вроде как недопустимо, потому что маленький кандидат будет смешно смотреться за высокой трибуной. Это такой очень серьезный глум и насмешка получается над кандидатом. И они договариваются до того, что там будет такая очень аккуратненькая тумбочка, на которую он постепенно забирается и становится выше. Такой, понимаете, шел гном, а вышел, в общем-то, и вполне себе высокий парень. Ну, подобная история, мне кажется, у Обамы с Маккейном, когда они были. Потому что Маккейн, он такой не очень высокий, а Обама из сборной США по баскетболу практически. Такой высокий парень, все серьезно. Они договариваются о разных мелочах. В том числе, знаете, о температуре в помещении. Потому что у каждого человека там свой температурный баланс тела. Поэтому они вынуждены договариваться. Ну, вы представляете, дебаты, софиты светят. Несколько, большое количество времени люди вынуждены стоять или сидеть и отвечать на сложные вопросы. Понятное дело, что они там, кто-то начинает потеть, кто-то начинает некомфортно себя чувствовать. И исходя из таких абсолютно личных, уникальных и индивидуальных особенностей, они договариваются. Кто-то в чем-то уступает, да, кто-то в чем-то выигрывает. Кого когда представляют? Или чья жена первая сядет в зал, понимаете, там такие вещи. Как бы кто придет, кого первого покажут по телеку. Казалось бы, абсолютно минимальные вещи, которые не несут никакого значения, но в президентской гонке, особенно когда транслируется на всю страну, там, на 300 миллионов человек, каждая мелочь играет такую очень существенную роль. Важный момент, от которого как раз отказываются, по одной из причин, почему отказываются наши президенты участвовать в дебатах, это когда мы увеличиваем значимость одного из кандидатов. Ну, то есть любой человек, который находится рядом с президентом, он автоматически становится значимым. О чем договариваются эти ребята? Они говорят о том, что они будут дебатировать, они будут стоять на одной сцене, но в средствах массовой информации или СМИ, которые находятся в зале и ведут трансляцию, они не будут в одном кадре транслировать обоих кандидатов. Если это важно там, для президента, например. То есть вы издалека увидите, что стоят оба за трибунами и выступают. В близком расстоянии вы увидите, как выступает один и другой, но ни на одной фотографии, ни на одном видео вы не увидите, например, рукопожатие совместное или фотографии, где бы они находились вместе. То есть дебаты состоялись, все вроде как происходит, но стараются снизить как раз значимость вот того кандидата, который находится вместе с президентом. По результатам этих встреч, но они проходят долго, то есть там не только президенты, ну или кандидаты встречаются вместе с собой, собирается их команда, это и спичрайтеры, и там медиаконсультанты, и там политические консультанты, то есть такая, знаете, там часами люди сидят и договариваются друг с другом. И по результатам выходит такой меморандум о взаимопонимании. Они подписывают договор, который, ну не то чтобы юридический, он квази-юридический скорее, то есть вроде что-то там подписали, вроде бы о чем-то договорились. Будем надеяться и верить, что мы будем следовать оба этой истории. Как показывает практика, не все следуют, и это тоже сказывается на дебатах. Но, по крайней мере, попытка есть, попытка договориться об этом. И, в общем-то, иногда это дело работает. В том числе они договариваются о том, кто будет вести эти дебаты. Какие там, ну, в данном случае, какие журналисты будут задавать вопросы. Потому что очень важно, чтобы журналист был такой непредвзят. Ну, если на первых дебатах это было просто, поскольку дебаты только появились, и еще не было такого как бы
опыта у журналистов ведения этих дебатов и какого-то приоритета той или иной стороны, они были довольно нейтральны. Сейчас все-таки СМИ, они как бы одни показывают, делают вид, что нейтрально, но не до конца вообще-то. Да? У них есть некая такая приоритизация того или иного кандидата. И, в общем-то, кандидаты, они как, знаете, как в суд присяжных. Этого берем, нет, не берем. Такой отводы тех или иных журналистов берут для того, чтобы те вели дебаты. А журналисты обижаются. Вот понимаете, вас выбрали, вы как журналист ведете президентские дебаты. И как вот вы себя ощущаете? Вы очень достойный журналист, потому что вас выбрали на дебаты, и вы можете их вести. И это очень серьезный такой репутационный шаг. Или вы очень слабый, потому что вас не считают серьезным журналистом, что вы не сможете задавать сильные вопросы и провокационные тому или иному журналисту. Поэтому журналисты такие расстраиваются тоже, не понимают многие, как реагировать. Но в любом случае участие в предвыборных дебатах, в президентских дебатах довольно такой хороший опыт и серьезный шаг для этого. Вернемся к нашим ребятам. Что произошло на первых дебатах, почему они являются величайшими и о чем кандидаты договаривались? Если вы обратите внимание, как стоит Никсон и что у него за трибуна. Вот такая трибуна была, по-моему, один раз всего на дебатах в Соединенных Штатах. Больше ее не было. И вообще она не очень типичная, потому что обычно трибуны, все, которые видели, я думаю, они такие как бы ноги закрывают. Ну, типа той, за которой я стою, вы не видите меня наполовину. А вот там у него открытая. Почему так произошло? А потому что команда Кеннеди, очень ребята хитрые и опытные оказались. И они предложили наличие вот именно такой трибуны. В чем соль? А в том, что накануне дебатов, точнее за две недели до них, Никсон повредил ногу. Он повредил колено, и долгое время он провел в больнице. И оказавшись на этих дебатах, он выглядел, ну, мягко говоря, довольно уставшим. Ну, понимаете, колено болит, нога болит, провел дело в больнице. То есть не то, чтобы он такой в хорошей физической форме. Ну, система здравоохранения вроде ок, но все равно, тем не менее, сказывается история. А Кеннеди в этот момент, он был в Калифорнии. Загорал, отдыхал. То есть даже несмотря на то, что телек на тот момент был черно-белый, как вы видите, да, все равно эти вещи, там оттенки считываются. И многие как раз люди, которые смотрели телевизионные дебаты по телевизору, они видели то, что Никсон был бледный. Более того, он там потел, когда светили софиты. Ну, говорят там по слухам, по крайней мере, тоже автор книги говорит о том, что команда договорилась, чтобы на Никсона и светили посильнее, и камера выбирала такой фокус, в котором Никсон выглядел бы немножечко таким, знаете, не знаю, как сказать даже, ну, не в лучшем виде, условно. Ну, а Кеннеди, он молодой, красивый, он, сколько ему, 40 чем-то лет было всего, да, он такой первый, самый молодой президент Соединенных Штатов оказался. Молодой, красивый, загорелый против больного Никсона. А что позволило сделать вот эта трибуна, на которой Никсон стоял? А видно его ноги. И когда они выступают какое-то количество времени, там 10-15 минут, ну, ноги, в принципе, такая история, знаете, которую мы слабо контролируем. Ну, это вопрос там о жестикуляции и всяких вещах. Да? Если руками мы как-то можем сдерживаться или держаться за трибуну, ноги, они такие очень, очень произвольные, часто реагируют, поэтому люди любят стоять за трибунами. Ну, и Никсон стоял и периодически, знаете, колено такое в сторону отводил, с ноги на ногу переминался. Не очень комфортно ему было, но нагрузка все-таки есть. Говорит он правильные вещи, потому что он был подготовлен, он эрудирован, он понимает все, о чем рассказывает. Но общее впечатление создается такого болезненного человека. И люди, которые смотрели, не хотят, чтобы там был такой президент. Да? Казалось бы, что все, хватит, пусть будет уже там молодой и здоровый. И таким образом Кеннеди выиграл в этих дебатах. На следующих, видите, они изменили ситуацию. То есть все-таки Никсон и его команда такие говорят, мы больше такой ерунды не допустим. И действительно он выглядел достойно. То есть тут спрятался уже, не знаю, сидит он там, или что, ну, в общем, ничего не понимаю, может, массаж ему там делал, черт возьми. Ну, в общем, парень подготовился, очевидно. Более того, он стал пользоваться, я не знаю, не тени это, да, что он, пудра и прочие всякие вещи, чтобы от софитов не блестела кожа и так далее. Хотя в первых дебатах он отказался. К первым дебатам он подошел очень дерзко. Он, потому что он был опытный спикер, он глава государства, и он считал, что он знает. Он может объяснить всякие вещи, и он действительно был хорош в споре. И если бы мы слушали, мы бы поняли, что он победил. Но вот визуально он проиграл. В этот раз он занимался с консультантами. Он отдохнул, естественно, накануне дебатов. Я не знаю, там же, где Кеннеди, там в Калифорнии, в Майами, не знаю, где там они отдыхают. Ну, в общем, подготовился в этом смысле и выглядел гораздо достойнее. Но все равно это не удалось ему победить. Ну, то есть
превзойти первый самый результат. Поскольку первые дебаты оказались такими, знаете, очень, очень серьезными, и ход их прохождения было сложно превзойти. И так было и дальше. То есть, потому, кандидаты в Штатах, они, как правило, ну, около трех дебатов проводят, таких публичных, телевизионных. И, как правило, первые имеют самое большое влияние. То есть даже если они выигрывают во вторых, там выигрывают в третьих, первые оказывают очень серьезное влияние на зрителей и не позволяют кандидатам выходить. В общем, такая трагичная история о Никсоне. И были третьи, то есть тут уже все такое цветное появляется, новые трибуны, но тем не менее вся эта история не срабатывает. И... А никто не хочет быть Никсоном, поэтому, в общем-то, и наши политики не хотят участвовать, лидеры государства. Ну вот Никсон такой, все равно он за Кеннеди, все-таки политический диалог, общение, прозрачная система и так далее. Вторая часть, ну это как подготовки, нужно готовиться очень серьезно, в том числе быть готовым решать сложные задачи. Потому что одна из задач у каждого политика, который выступает на дебатах, помимо того, чтобы победить, ну, то есть очевидно, задача выиграть своего оппонента, показать, что он слабый, а я клевый. Задача, знаете, такого стратегического характера – изменить мнение людей. Потому что кандидаты, когда выходят уже на телевизионные дебаты, их многие знают. Ну, мы знаем, это действующий президент, это там, я не знаю, лидер главной партии или там представитель ее. Есть определенная репутация. И очень часто эта репутация негативная. И задача кандидатов становится такая стратегической в том, чтобы изменить о себе это представление. О том, чтобы снять вот этот негатив и показать себя с лучшей стороны. Помимо того, что готовиться очень серьезно надо. Так, например, Рейган в свое время, когда избирался, помните Рейгана, да? Слыхали про него? В чем его отличие было серьезное от всех других кандидатов в президенты? Парень в кино снимался. Он как Шварценеггер, только президентом был, да, тот только до губернатора штата дотянулся. И у него было две проблемы. То есть он хороший президент, да, он хороший человек, он известный в стране и может избираться, но две проблемы у него было, с которыми он должен был разобраться на дебатах. Первое, он, знаете, принадлежал, он республиканец и принадлежал так называемому, как назвать, группе ястребов. Ну, есть голуби, ястребы, да, те, которые такие агрессивные, готовы вести войну, очень серьезные парни, их хлебом не корми, дай куда-нибудь вооружение поставить. Ну, знаете, такие, да, в новостях слыхали. В общем, его задача какая? Показать, что он не только такой на войну ориентирован, он ориентирован на мир. Не только звездные войны, которые появились в тот период, что мы там в космос отправляем всякие вещи, да, воюем с Советским Союзом, и очень такое милитаристское государство, военное, ну и показать, что... Он такой добродушный актер и, в общем, хороший парень. И он настолько часто произносил в своих речах слово «мир», что казалось, как будто он сам его придумал. Потому что ему нужно было до людей донести, ну, вот, мир, там, мирные отношения и так далее. Он чуть ли не с голубем выходил туда, понимаете, чтобы создалось правильное впечатление. Ну, потому что нужно, потому что стратегия в этом. Если ты справляешься с этим, ты изменяешь отношение аудитории к себе, ты меняешь... мнение тех самых неопределившихся. Они же рыхлая аудитория, они не понимают, кого выбрать, кого не выбирать, они еще думают об этом. Поэтому для них это очень важно. И здесь как раз была история с Майклом Дукакисом, да, который я сказал в самом начале. Когда он выступал против смертной казни, и его спросили в отношении жены, отказался бы он от своего мнения или нет. И он сказал, что не отказался, хотя от него ждали эмоционального ответа. Но мы знаем с вами, да? У нас есть ценности, у нас есть там идеи, идеология, все что угодно. Но есть такие очень глубокие личные мотивы, которые позволяют нам, ну, наплевать на многие вещи, на многие принципы и так далее. Он поставил принципы выше, чем такие отношения к жене. И она ему потом сказала, что, мол, ну, надо было, в общем-то, согласиться, и бог-то с ним. Но ему стоило это такой политической карьеры. В общем, кандидаты должны быть готовы ко всему, что может произойти. Вот тут Картер и Форд, например. Консультанты Картера говорили, что когда он выходит на дебаты, вот на трибуну, ничего не может произойти, что могло бы его как-то удивить, напугать или прочее. Он уверен на 100%. То есть это такая, парень подготовлен отлично. Вот на дебатах с Фордом они когда выступали, пропал звук на полчаса. И они не понимали, что делать. Понимаете, зал, такой люди сидят, журналисты задают вопросы, и два кандидата на сцене, которые стоят за своими трибунами. Полчаса они не знают, что делать. Они подходят друг к другу, потому что они об этом не договаривались. Они не могут уйти, потому что звук вот-вот дадут. И полчаса два кандидата в президенты стоят на сцене, не понимая, что делать. Глупая история.
конечно, она, ну, такое, знаете, раскачивает, и слабость появляется определенная, потому что непонятно вообще, что делать, и, ну, эмоционально концентрация даже теряется. Ну, вот такая история была. Были дебаты между Бушем и госпожой Ферраро. Первая женщина, которая баллотировалась, по-моему, в президенты, и для нее очень важная задача была показать, что даже женщина может справиться. То есть мы удивляемся, что там Барак Обама, африканец, мол, избирается тогда. Давно уже женщина пыталась избраться. И для нее очень, ну, важно было показать, что она справится. И они договорились с Бушем в этом меморандуме о взаимопонимании, что он будет называть ее конгрессмен Ферраро. А он взял и назвал ее миссис. В любой ситуации он назвал ее миссис Ферраро, подчеркивая ее женскую особенность, да, а не профессиональную, не конгрессмен. И она, а ее это бесило просто, понимаете, сделать-то ничего нельзя, вроде как мы там на сцене находимся, там не пошлешь его никуда, там волосы не вцепишься, а вроде надо держаться, а бесит, потому что мы договорились, а он выводит тебя из состояния равновесия. Не очень хорошая история. В общем, происходит много чего, но они стараются многие вещи учитывать для того, чтобы все прошло эффектно. Вот этот Супербоул. Ну, там где-то люди играют в американский футбол, веселятся. Самое популярное событие Америки. Им очень технично воспользовался Билл Клинтон в свое время. Он очень не хотел, чтобы смотрели его дебаты. Ну, вы помните, там скандалы были у него какие-то, да? Но он не может отказаться от политических дебатов. Ни один кандидат в президенты Соединенных Штатов не может отказаться от политических дебатов. Его никто не обязывает. Нет ни одного документа, в котором было бы прописано, что все должны принимать участие в президентских дебатах. Нет его. Но они не могут отказаться. Потому что репутационные издержки гораздо выше. Народ не поймет, партия не поймет, не признают этого человека. И могли первые. Мог Никсон отказаться в свое время. Но попался, и все. Другие уже не могли. Уже настолько этот механизм институализировался, что все, в общем-то, да, они являются заложниками. И что сделал Клинтон? Он говорит, дебаты будут. Но их будут транслировать в одно время с Супербоулом. Чтобы ни один человек не смотрел дебаты, ну или несколько человек, понимаете? Они, конечно, посмотрят там, может быть, в повторе где-то, может быть, в новостях узнают результат и так далее, но все будут смотреть Супербоул. Очень технично, очень правильно. Он текущий президент, ему не нужно общение с кандидатом, он ушел от этого. Ну, потому что консультанты правильно, да, потому что они продумали. Они понимают, что нельзя отказываться, и не отказались. В общем-то, сложная история еще с тем, где проходят дебаты. Очень часто это театры, это стадионы и так далее. Подбирают место, конечно, кандидаты пытаются для того, чтобы подготовиться, приходить заранее, посмотреть, что за место, потренироваться там и так далее. Но, как говорят, у кого-то получается, а кто-то, как раз, знаете, кандидат один смотрит, чтобы другой ни на минуту больше не провел там времени. То есть такая, знаете, круговая порука условно, каждый следит за каждым, не позволяем сделать. И вообще говорят, что дебаты в Соединенных Штатах – это единственная работа, кандидаты, на которую там унижают или спорят друг с другом, да, они нападают друг на друга. Нет другой работы в мире, где кандидаты бы сидели и пытались показать там свое превосходство, при этом показав слабость другого спикера. Ну и, в общем-то, нужно побеждать в дебатах, нужно в них участвовать, находить возможности, не искать причины этого не делать, находить возможности для того, чтобы дебаты становились популярными, для того, чтобы они были интересными, ну и, конечно, содержательными. Потому что только они позволяют нам узнать и политические программы, и специфику, и мышление кандидата. Потому что ни агитационный материал, ни какой-то агитационный фильм не позволяет нам понять, как этот кандидат думает в кризисной ситуации, когда на него нападают другие кандидаты. Позволяет думать. Поэтому, друзья, давайте создавать спрос на дебаты в нашей стране, давайте поддерживать те, которые есть, ну и поможем уже Владимиру Вольфовичу ни одному бороться с дебатами, держать на своих плечах. Спасибо. Спасибо большое, Сергей.